Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня я решила позволить себе включить ту песенку, которая понравилась мне. А то я слушаю все ваши пожелания, а вы мои песенки не знаете и не слушаете. Вот тут я недавно ехала в машинке и услышала эту песенку. И она вот... Кстати, к слову, а то все пишут, иди Баскова с Киркором слушать. Вот послушайте, что слушает мама. Да, я выбрала для себя песенку. Интересно, последний раз, ну не последний, но давно я как-то тоже ехала в машинке. И я помню тогда эту песню, была, она вот такая, оказывается, популярная, потом стала, забыла уже. Ну ладно. Давно это было. Вот, и она так сильно зашла, та песенка, которая понравилась мне. И вот сейчас вот мне опять понравилась песенка, и я хочу с вами ею поделиться. Давайте все вместе ее послушаем и скажем, какая она замечательная. Итак, это группа «Пицца». Когда-то мы ее слушали, да? Ну, несколько раз. Это не группа. Ну ладно, «Пицца Пружинка». Клип я еще и не видела, получается. Видела только... Слышала только песенку саму. Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри. Посмотри ты вся седьмое небо, и уже не видеть во сне бы. Только посмотри, сколько снега. Ой, не говори, не говори. Серые глаза, ты не смогла, но надо было отказать. Сердце топило, как водило по газам. Хрестоматийная картина, как душа летела в небеса, эти серые глаза. Толпе не верю, у них тезаурус базар. Но холод должен был прийти и наказать. И солнце сядет до пяти, вроде надо бы пойти ему сказать о том, что ты уже вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри. О том, что ты вся седьмое небо, и уже не видеть во сне бы. Только посмотри, все под снегом. Ой, не говори, не говори. Ничего, он такой чумазый. Раз, два, три. И ты влюбилась уже по уши, смотри. Так налетела, словно ураган Катрин. Все сверкает и троит и коротит. Ох уж этот карантин. Раз, два, три. Держу пари, он тебя сразу покорил. И уже не о чем пытаться говорить. И за закрытыми дверьми, за этими закрытыми дверьми, ты только ты одна вся на пружинках. И сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри. Посмотри ты вся седьмое небо, и уже не видеть во сне бы. Только посмотри, все под снегом. Ой, не говори, не говори. Посмотри на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри. Посмотри ты вся седьмое небо, и уже не видеть во сне бы. Только посмотри, сколько снега. Ой, не говори, прилетели снегири. Еще одна зимняя песенка, друзья мои. Я не знаю, почему он такой весь чумазый. Вообще не понимаю этого клипа. Ну как-то... Такая песенка душевненькая получилась. Самое любопытное, что я уже с вами так сильно на волне. Конечно, вы мне сейчас скажете, что мы такое не слушаем, и даром нам такое не надо. Но поверьте мне, допустим, я тут тоже своей подруге сказала: послушай, какая песенка, послушай, какая замечательная песенка. Она сказала: ой, что ты вообще слушаешь? Вот как бы... Пицца, все-таки он в единственном числе, да, и его пружинка, она все-таки по стилю ближе ваша, чем нашего поколения. То есть мои подруги эту песенку не понимают. Надеюсь, что...
То есть, а я уже разучилась слушать такие натуральную попсу, которую когда-то слушала. Я все-таки ближе к пицце с ее пружинкой, которая ближе к вашему стилю, чем к моему. Вот так вот я сказала. Надеюсь, что вам моя песенка понравилась, та, которую я выбрала из сотни других. Напишите мне в комментариях, понравилась она вам или нет. И если не понравилась, то чем? Всем пока.